Вы смотрите дневники 29-го евроафриканского чемпионата по подводной охоте. Второй день прибытия к финишу. Это Валентин Люцканов из команды Болгарии. Как прошел твой второй день? Лично для меня второй день прошел лучше первого, так как я видел и добыл больше рыбы. Однако в целом день похуже. Видимость была ужасная, из-за сильного ветра поднялась волна. А как тебе сама зона второго дня, лучше первого? На мой взгляд, да. Какую рыбу удалось тебе добыть? Леща и сига. То есть всего две рыбы. Нет, три. Два леща и одного сига. А каковы успехи остальных спортсменов из команды Болгарии? У одного четыре леща, у другого три, у меня три. То есть всего у нас 10 рыб на команду. Это хороший результат. Дождемся взвешивания. Это Йоха Ситонен из команды Финляндии. Скажи, пожалуйста, как прошел твой второй день? Очень скудненько, очень. Скажи, как насчет акватории? Акватория второго дня была получше первой? Не сказал бы. Погодные условия изменились, никакой видимости. Наша заранее запланированная тактика претерпела неудачу. В общем, полный фиаско. А как насчет результатов других спортсменов из твоей команды? Та же ситуация. Перед вами Андрес Суреда, главный тренер и капитан испанской сборной. Скажи, как прошел второй день для испанской команды? Думаю, он прошел неплохо, но мы должны подождать результатов взвешивания. Нам нравится ваша скромность, ведь по результатам первого дня вы были на первом месте. Возможно, мы и сегодня будем на хорошей позиции, но я пока не буду так уверенно говорить. Сколько у вас рыб? Один спортсмен взял 5 рыб, другой 4 и еще один 3. Скажите, как вам это удалось? Ведь, по словам остальных спортсменов из других команд, не было практически никакой рыбы, видимость была нулевая. Думаю, секрет в том, что мы испанцы. Посмотрим на взвешивание. Перед нами Даниэль Госпич, и сейчас мы спросим его о том, как прошел второй день. Так же плохо, как и вчера. У тебя какая рыба? Я добыл всего одного леща, и это была единственная рыба, которую я увидел сегодня на акватории. Плохая видимость? Да, плохая видимость, даже хуже, чем вчера. А как насчет зоны? Зона второго дня была получше, зона первого? Нет, я бы не сказал. Мне даже кажется, что хуже. Потому как на одной стороне зоны была очень холодная вода, а в другой, где ранее я нашел какие-то мною отмеченные точки, было слишком много народу. И я начал искать место, где могу поохотиться в одиночку, и нашел только одного леща. Как насчет спортсменов из твоей команды? Один из них, я думаю, добыл 3 за счет хвоста. Я хочу поздравить того, кто победит, и тот, кто добудет больше всего рыбы. Я просто снимаю шляпу перед ними, потому что нужно знать и уметь охотиться в таких условиях. Перед нами Ахмед из команды Турции. Как прошел твой второй день? Второй день для меня прошел хорошо, хотя вчерашний день прошел лучше. У нас всего 9 рыб. Вчера у нас было второе место по результатам взвешивания. И я надеюсь, что и сегодня мы сможем удержать вторую позицию. Как-то зона сегодняшнего дня отличалась от зоны предыдущего дня? Мне показалось, что видимость была гораздо лучше сегодня. Но вода была холоднее. И это было большой проблемой. Потому как пока мы исследовали именно эту зону, мы видели много рыбы. Но на тот момент температура воды была 18 градусов. Сегодня она была всего 15, и я не видел той рыбы, которую успел заметить во время исследования этой акватории.
Спасибо большое. Посмотрим результаты на взвешивание. Это Мати Пико из команды Финляндии. Как прошел твой второй день? Отлично. Да, у меня всего 3 или 4 рыбы, но я довольна результатом. Главное, что в рамках чемпионата мы нашли действительно лучшего подводного охотника. Я говорю о греке, который взял треску. Ведь мы даже ранее не видели этой рыбы здесь, а он всего за 2 дня добыл их целых 7 штук. Я счастлив, что у нас действительно достойный победитель. А какую рыбу удалось взять лично тебе? У меня камбала, сик и пара мелких рыбешек. Как тебе зона второго дня? Сама зона получше, но погода здесь слишком капризная. Сегодня похолодало, видимость ухудшилась. 3 дня назад здесь было много рыбы, чего не скажешь о сегодняшнем дне. Но в любом случае, я уверен, что это был отличный чемпионат. Перед нами Ким Ятинен из команды Финляндии. Как прошел твой второй день? Плоховато. Первый был получше. Да, у меня 2 леща. Примерно по килограмму каждый. Как тебе зона второго дня? Отличается от зоны предыдущего дня? Да, мне кажется, что в целом акватория была получше. Правда, сегодня акватория была пустой. Я вспоминаю последний день исследования акватории, было так много рыбы. Сик, крупный окунь по полкило. Ты охотился на ранее отмеченных тобой точках? Да, поначалу да, но там было пусто, и поэтому я пошел на новые места. Это Йоди Лот из команды Португалии. Расскажи, как прошел твой второй день? Для меня второй день был потяжелее первого. Что ты имеешь в виду? Я бы сказал, что морально мне было потяжелее из-за неудачи вчерашнего дня. У тебя есть какая-то добыча? Да, у меня всего 1 рыба. Как была видимость? Я думаю, что около полуметра. Какая рыба у тебя? У меня лещ. Насколько крупный? Я не знаю. Очень надеюсь, что зачетный. Посмотрим на взвешивание. Перед нами Эммануэль Гьянкос, который в первый день Евроафриканского чемпионата по подводной охоте занял первую строчку рейтинга. Как прошел твой второй день? В принципе, так же хорошо, как и первый. Ты вновь добыл треску? Да, 6 штук. Скажи, ты взял ее на точках, найденных во время подготовки к соревнованиям? Да, но я все равно считаю, что нужно уметь ориентироваться по ситуации и находить рыбу непосредственно во время соревнований. Ты пробовал охотиться на мелководье? Да, как вчера, так и сегодня я начинал охоту именно с мелководья, так как хотел взять и другую зачетную рыбу, которая может принести хорошие очки мне и моей команде. А ты ранее когда-либо вообще охотился в северных широтах? Нет, никогда. Пожалуй, испанский хихон был самой северной точкой. Как ты думаешь, почему финские ребята, которые являются, по сути, хорошими спортсменами и умеют нырять глубоко, почему они не пошли за треской? Я думаю, причина немного в старомодном подходе к охоте. Мне сложно подобрать слова. Но я думаю, что они делают только то, к чему они хорошо привыкли. Но на соревнованиях нужно выкладываться на максимум. Нужно ставить планку выше. Ты решил применить тактику глубоководной подводной охоты во время подготовки к соревнованиям или непосредственно в первый день соревнований? Нет, уже во время подготовки я решил, что пойду на глубину. Скажи, треска здесь обитает на постоянных точках или она скорее зональная рыба? Я могу сказать так, что во время подготовки я видел 12 рыб, а нашел всего 6. То есть я не могу точно утверждать, что это рыба, живущая на точках, но перемещается, но не сильно.
Что ж, посмотрим на взвешивание, удалось ли тебе получить первое место в рейтинге и сегодня. Удачи! Привет, это Сантьяго Лопес из испанской сборной и Андрес Уреда, его капитан и главный тренер сборной. Как прошел второй день у Сантьяго? Сантьяго сделал все возможное. Я охотился на тех же рыб, на которых охотился вчера. Каков твой улов? Какая добыча у тебя? Un poco más pequeños que el día anterior. Un poco menos de peso. A little bit smaller than yesterday. В целом я добыл рыбы немного меньше, чем вчера. Dice que si son mucho más grandes o más pequeños, más pequeños. Little ones, not so big. But the quantity of fish, which kind of? Сколько всего рыб удалось добыть тебе? ¿Qué cantidad de pescado? И какую рыбу? Five breams. Пять лещей. They call it here breams. How do you think can you get good results to become one of the among the winners of the competition? Как ты думаешь, Сантьяго, ты можешь получить хорошие результаты, чтобы стать одним из победителей данного соревнования? We think that we could be the winners in by teams, but not individual. Мы думаем, что мы можем быть победителями в командном зачете, но вряд ли в индивидуальном. Si habéis pescado en aguas profundas, ты охотился только на мелководье или также выходил на глубину? In shallow waters, shallow waters. В основном на мелководье. Что ж, посмотрим на взвешивание результаты. Желаем удачи.